Серьезно? Не, нормально, нормально. Давай. Давай, по еще. Давай. Все. Давай тебя. А, все меня. Давай. Может, покататься хотите? Чего? Нет, спасибо. Сейчас попробуем. Чего, шерли, легко. У вас уже опыт есть. Да. Два года назад, наверное, был такой опыт. Народ еще манился. Это интересно. С инвалидными колясками сейчас. Мальчик первый, лидер в гонке, разогнался, тормозить-то не умеет. И девочка вторая. Ой, поворачивай. Вот сюда. То есть тогда ты позвонил, я лед заливал. Я еще покатался полчаса и пошел домой. Они там просто в дверях затор, пробка. Сейчас получается. Он уже, видишь, порция нового бежит. Вот этот здоровый вообще, у него коньки неправильные. У него коньки надо, кстати. А вот мальчик бежит куда-то. А вон эти пошли со зверушками, смотри. Никак не остались. Вот, со зверушками, смотри. Девочка, это я. Нет, у тебя было хуже. Спасибо, Константин. Может, второй раз будет лучше? Дядька хорошо катается. Что? Дядька хорошо катается. А вон это в красной куртке, по-моему, фигурных коньках. Сейчас посмотрим. Вот, он едет навстречу. О, вот, смотри, быстро. Маневрирует, вот. Да, вот, фигурное. Вот этот вообще, ой. Припарковался. Там вообще затор, это еще не все вышли. Все. А вот смотри, даже с таким приспособлением. Ой, кондуктор. Как лед, скользкий? Это я. Скользкий лед. Он еще с ходунками. Смотри, там еще, смотри, еще выходят. Мужик, интересно, оригинально. Присядка. Ну, так и надо. Первый раз. А вот тройка. Кто-то будет падать один, и все завалятся. Тройка лидеров. О! Неправильно на конце. Надо, чтобы ровно. Да, ну да, ровно стоит. Там еще выходит. Ладно, пойдем. Это холодно, да? Очень холодно. Но... Thank you.
Все, идем.